Воскресное утро. Ворота областного управления ГАИ широко открыты. Байкеры в сопровождении патрульной машины заезжают во двор. Такой визит вежливости любители скоростной езды решили совершить с благими целями. Байкеры вместе с инспекторами ГАИ собираются бороться за безопасность на дорогах. Двери нашего здания всегда открыты и рады друзьям, гостям. Честно скажу, признаю, что таких гостей мы еще, конечно, здесь не встречали. Между тем, байкеры в пресс-центре ГАИ чувствуют себя уверенно. Они всерьез обеспокоились проблемой роста численности ДТП с участием мотоциклистов. В этом году мотосезон еще не начинался, а уже произошло около 50 аварий, говорят они. В 2008 году ДТП с мотоциклами было 62, а в 2009 году еще сезон не начался, их уже 49. Правда, не нарушать правил движения, похоже, решили не все мотоциклисты. Однако это не помешало сознательным байкерам приехать в госавтоинспекцию. Наш путь развития нашего движения байкерского – это сотрудничество с органами ГАИ. Кому это не по сердцу, кто считает, что это неправильно, нам на это, как говорится, все равно. И вообще обещают любители быстрой езды. Теперь будут совершать только хорошие дела. Это добро, позитив, благотворительность и свет. Представители ГАИ байкерам поверили и в знак дружбы подарили вымпел со своей символикой. У нас достигнуто сотрудничество. Спасибо. Правда, уже спустя несколько минут на улице разгорелся спор. Байкеры рассказывали про гаишников, которые нарушали их права, а представители ГАИ доказывали свою правоту. Мы вот с бородой, с усами, как бы. А здесь вот на фотографии борода на голове. После визита в ГАИ байкеры в сопровождении патрульной машины проехались по проспекту до бульвара Шевченко. Там они раздавали листовки и призывали водителей быть внимательными мотоциклистам на дорогах.